Прокуратура Оренбурга выявила нарушение прав 92-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Сотрудники ведомства установили, что в городском управлении жилищной политики пенсионерки незаконно отказали в новой квартире. По мнению чиновников, 92-летняя женщина специально ухудшила жилищные условия, чтобы получить новые квадратные метры. Однако прокуратура такие выводы опровергла и добилась постановки пенсионерки на жилищный учет.